Отца и Сына и Святого Духа. Мне на сердце Господь положил немного изъяснить молитву Господню, Отче наш. Даже где ее не знает Отче наш, но считает, что надо знать. Вот в армии, чтобы оружие умел собрать быстро, старший говорит, чтобы знал, как Отче наш, а сам и не знает даже. Это единственное, на что всегда указывается. Отче наш, читайте эту молитву. В ней 7 просьб. 7. На разных языках разное количество слов. По-русски где-то 56. По-славянски меньше. Так примерно нужно это знать. И вот заканчивается «Избави нас от лукавого». Что это такое? О Царстве Небесном говорилось, просили хлеб на сей день, благословение избавь от лукавого. А при чем тут лукавый? А написано от начала. Когда мне в руки дали Евангелие 27 сентября 1962 года, я стал читать. И первое, что сразу запомнилось, Евангелие от Иоанна 8:44. Мгновенно, как отпечаталось. Ответ пришел на все. Почему войны? Почему люди такие злобные? Почему жена не слушается мужа? Почему муж бьет жену? Все остальное. Все грехи совместились на одном стихе. Мне как тайна какая-то открылась. Хотя для верующего никакой тайны нет. Люди окружают Христа. Он пришел к своим. Не к филистимлянам. К своим. И свои не приняли его. А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Этой власти никто не признает здесь официально. Я верующий, поэтому я верю в Бога. И человеческие звания, генералы, прочие, там, прокуроры, судьи, неверующие никакой роли не играет. Это труха, мекина, которую ветер развеет. Он дал власть, им не дал власть. Это сатана дает власть угнетать друг друга. Я долго размышлял об этом, считал святых отцов и пришел к удивительным мыслям, которые я хочу вам изложить, которые я не высчитал нигде. Просто на молитве стоял, молился и размышлял. Оказывается, избавь от лукавого – это черта, которая подводит Господь под 6 просьбами. Отче наш, сущий на небесах. Не просто отец, отцов много на земле. И все папами стали. Раньше папой не звали, а тятя. Папа только один римский, а сегодня все как папы римские, никому не подчиняются. Папа, папа. Даже у старообрядцев. Какой папа? Пушкин пишет, тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. Даже в этом, сущий на небесах, дьявол делает свою ставку. Я тоже был на небе. Ты многое можешь не запомнить, что я скажу, но запомни. Цифра 12 считается особо благословенной, который открывает тайны людям. 12 апостолов, 12 старцев. И вот мы берем 12 глава Откровения Иоанна Богослова, где подводится черта под всей мировой историей. И дьявол будет брошен в озеро огненное. А какое имя? Лукавый. От слова лук по-русски. Перевод какой там? Лук. Он изогнутый. То есть он прямо не говорит. Он так. А подлинно ли Бог сказал? Вы замечаете, как дети маленькие начинают обманывать. И они учатся у взрослых. Так, сынок, кто позвонит, ты скажи, что папы дома нет. А отец сидит здесь, с товарищем выпивают. Ты ему скажи, вот здесь подсадил он ему этого демона, и он всю жизнь будет страдать. Так ребенок обязан слушаться, не всегда обязан. Рассказывать страшные примеры из жизни людей, когда маленькая ложь погубила все, разрушила семью и снесла все головы. Маленькая ложь. Я сына учу, это мой сын. Это Жданов ездит, против водки воюет. И он определенно говорит, сын мог бы не пойти с отцом. Мог, но он пошел, обманул он его. Мы пойдем в погреб. Оставил сына. Ты, сынок, пока нагребай тут картошку, морковку, да я тут рядом. А у него рядом собутыльник. Гараж закрыл 40 градусов. А с товарищем выпили, посидели, ушел домой. А где сын? Ба, да я же его оставил там. Когда прибежал, он все, ногти, все у него вырвало, скребся в дверь, и тут и застыл. Отец уже повесился в гараже.
А где тут ложь? В том, что не надо было идти. Отец пьет с ним, никуда не ходи. А эту ложь подсадили. Папа не пьет. Вот у нас есть дети, остались сироты сейчас, недавно лишились. А отец пьет, только не говорите, что пьет. Дьявол любит скрывать свои дела. 12 глава Откровения. Ты не знаешь это? Посчитай. Дальше умножь на 2, будет 24. 24 глава пророка Исаия. Я нигде это не считал. Просто на молитве меня внезапно высветило. Как чтобы люди запомнили это. То есть самое страшное. Какой он был. Как он пал. Как он потерял все. О дьяволе речь. Тебе недостаточно этого? 24 умножай еще на 2. 48. Это как тайна какая-то открыта была мне. Он был херувимо синяющий. Сяду в сонме богов. То есть, кого он богами называет? Ангелов, очевидно, в сонме. Ну, Троицу он и не знал, она не открыта была еще. И как он пал? Как ты пал на землю, сын зари? Его иногда называют Люцифер, сын зари. Ты хочешь больше узнать? Я назову тебе одно произведение, лучше которого, кажется, никто не объяснил. Называется «Скорбь сатаны» или «Печаль сатаны». Автор Мария Карелли. Перевод княгини Кропоткиной. Сегодня под разными названиями ее издают эту книгу. Он является тебе в том виде, в котором ты хочешь. Ты уже заранее сказал, уж я выйду за кого-то замуж, чтобы выше меня ростом был. Конечно, желательно, чтобы был богатый. Ну и неплохо, что защитить меня мог. Сила была у него какая. Знатный, чтобы был, должность занимал какой. И я рядом с ним буду. Вот все это совместилось в одном человеке однажды. За всю мировую историю только один раз. А где Самсон? Более красивого не было. Более сильного никто не знал. Князь. И женщина все погубила. Предала его на коленях. А почему? Дьявол вошел в нее. Дьявол не оставил его. Ты мировую историю разбери, ты увидишь. Ни одного события нет, чтобы без дьявола был. Ну уж не на литургии же он. А Макарий сидит и видит, он идет. Никто не видит, люди видят, здравствуй, Макарий, как дела? А он видит, дьявол стоит. А куда ты идешь? В храм. Так у нас литургия, епископ приезжает, митрополит. Без меня ни одной литургии нету. Для Макария это откровением было. И дальше Бог ему показал. Ну, люди причащаются же. Причащаются. А что причащаются-то? Мне не дали причаститься. Может, это от Бога было? Это мы считаем у Макария Александрийского в житии 17 января по старому стилю Димитра Ростовского. Люди причащаются. А он один только видит. Сложил благоговейно руки, раскрой рот, готовился, каноны считал. И он видит, как эфиопы черные, демоны, слуги дьявола, толкают в рот людям уголь. А причастие, говорит, незримо, ангельской рукой относится в алтарь. Когда это просчитаешь, Господи, а как можно спастись? Он говорит, человеком это невозможно. Богу все возможно. Почему священники это все скрывают? Никогда это житие они не будут читать. А оно прямо идет. Макарий Египетский считается. Рядом Макарий Александрийский скрыто. Хоронят со святыми у покоя. Симеон Юродивый. Один видит, тоже не считается. А он видит, как демоны и дьявол подходят к этому умершему. И он трезубцем вынимает из него душу. И говорит, будьте вы прокляты, христиане. Человека хоронят, прокурора города. Сколько он зла сделал. Он его всегда в обвинительном. Он никогда не защищает людей. Избирает особых людей на это. На лжи. Это там, в первые века. А вы поете со святыми в покое. Будьте вы прокляты. Сатана проклинает христиан. Мы первый раз встречаемся в раю. Как он подходит в виде змей, древний дракон, дьявол и сатана. Сатана переводится противник. Вот человек противится истине. Сатана. Человек лжет. Сатана. Люди окружают Христа. Верующие. И он говорит, ваш отец дьявол. Точка. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Когда он говорит ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи.
Он человек убийца от начала. И не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Вот это я запомнил в одну секунду. Нет в нем истины. Самая маленькая ложь от дьявола, уже в рот залез сатана. Как мы должны этого бояться? И Господь сказал, если спрашивают, да. Если нет, значит, этого нет. А что сверх того? То от лукавого. Ни кивания головы, ничего Бог нигде не признает. Да и аминь. Да будет все у вас, да и аминь, апостол Павел говорит. И при том, видел я его, падшего с неба. К вам сошел дьявол в великой ярости, ища кого поглотить. Горе живущим на земле. Это что, мимо прошло? Да, вы что нагнетаете такую обстановку? А по-другому нельзя. Мы даже ребенку сказать, какие опасности при переходе улицы. Опасности с товарищами худыми знаться. Попробовать один раз уколоться. Какая опасность? Это дьявол. Мы говорим, ад, гиена. А какая разница? Не знаю. Только я знаю, что гиена, озеро огненное. И оно больше ада. И написано, и смерть, и ад будут брошены в гиену. Но оборсается то, что больше. Мы не можем говорить, что есть в раю. Не видел того глаз. Не слышало ухо. И на сердце не приходило, что Бог приготовил любящим его. Какие птицы, какая радость, какой город, какое дерево для исцеления, что описывается в Откровении. Но не видели того, что там. Им показано было эта минута. Сколько таких мы читаем в повести. Болящий, парализованный, гниет, плохо ухаживает, пролежни. Да лучше бы я побыл в аду, пробыл там 100 лет, чем здесь мучиться. И ангел услышал, и он оказался в аду. Вот теперь он узнал, что такое болезнь. Та болезнь, которая была на земле, даже болезнью нельзя назвать, как Серафим Саровский говорит. И ангел сказал на один день. Так уже вечность, наверное, прошла и 100 лет, и 1000, он забыл про меня, и вдруг ангел явился, осветил сад, вынимает, говорит, зачем ропщешь? Еще не прошел 1 час. Вот что значит страдание там. Серафим Саровский образно говорит, вот эта комната вся наполнена червями. Червями необыкновенными, а которые прогрызают тело во всех направлениях. И в глаза, и в ноздри, и в рот, всюду черви. Любезная моя, ну стоило претерпеть, ну каких-то 100 лет. Это секунда одна ради Царствия Небесного. Завистью дьявола смерть вошла в мир. Это он человек-убийца. Первого погубил и сегодня губит. У нас между собой это тоже не всегда мир. А ты всегда ставь 4 вопроса. Человек предлагает тебе, а ты сразу реши. А что об этом говорит Священное Писание? Вот тогда ты, как говорят, кимарить не будешь. Ты вставай рано, выдели свободное время для чтения Библии. Господи, да будет воля Твоя, я ее не знаю. Дай мне познать волю Твою. У нас хоть по-русски считается псалтырное чтение, что-то. А у старообрядцев ни одного слова нет этого. Я им как-то сказал, ваша вера – это полигон зарытых талантов. Все согласились, да так. Ты в старообрядчестве находишься. Начинай трудиться в этом направлении. Вот она лежит, Библия на русском языке. Но я тебе заранее скажу, не удастся положить ее там на налой. Диакон выносит Евангелие, кричит на славянском. Ничего не знают. А я разве знал это? Каждый отвечает, я не знал. Идет совещание, не какой-то собор православный. Военные стоят, моряки. И проходя, епископ говорит, вот вы сейчас расстреливаете священников. Ну разве так написано в Евангелии? Это профессор Марцинковский говорит. А он ответил, не что мы считали, мы только крышку целовали. Я говорю, так и осел. Это так и есть. Почему? А кто ее закрыл? Кто не дает, Слово Божие не допускает? Кто? Нам кажется, мы ничего не видим. А апостол Павел говорит, и приносящие жертву идолам приносят бесам. Бесам. Что ты плетешь? Откуда они бесы? Тут же памятник стоит Ленину. Бесам. Слава Украине везде. Все от сатаны. Хайль Гитлер. Мир наполнен сатанизмом. А где? Слава Иисусу Христу. Да будет вовеки. Видишь как? Резкая грань.
Недавно я слышал выступление президента России. Говорит, хорошо, все, и надо быть нравственными, и все, вернуться к корням нашей нации. И опять к корням. Слово Иисус Христос ни разу не произнес. Почему? Почему Глазьев, его помощник ближайший, произносит? Я думал, что он, говорили он, но пока не найду где. Но именно он говорит. Пока мы не будем исполнять заповеди Христовы, у нас ничего не получится, ничего не решим. Нигде. Конкретно. Никаких корней Бог не заповедовал нам искать. Корень один. Все произрастает от древа Иисуса Христа. От Иисуса Христа. И вот когда мы начинаем читать Слово Божие, и сравнивать с Библией, и сравнивать конкретно с молитвой «Отче наш», и везде. «Отче наш, сущий на небесах», дьявол уже подсел здесь. Он на небесах был, он доказывает это. Специально секты образуют. Это не мимо же, это сегодня. Разберись, где Бог дал нам святую православную веру, узнай, какие были соборы. Сегодня собирают соборы, православная церковь российская. Господь сказал, причина развода одна. Если жена или муж пал в прелюбодеяние. До этого не женатый был блуд, но женатый прелюбодеяние, измена. А сегодня официально объявлено, 12 причин найдено. Можно разводиться. Находятся священники, которые прямо приходят к архиерею, я могу даже назвать его, Иван Суворов из города Тулы, и говорит, владыка, я больше не буду венчать этих людей, которые в церковь не ходят, а перед архиереем где вот такие пачки лежат просьбы. Ну, мы потеряли друг друга, не понимаем друг друга, но разные причины, развод. Архиерей может дать развод, не может дать. Написано, если при живом муже, сначала пусть архиерей убьет его, а тогда скажут, все, все не подходит. А раньше было так, судья выносит смертный приговор. И привести его в исполнение должен сам судья. И судья попятился. Нет, я смертный приговор не буду выносить. Я не могу расстрелять. А кто-то другой должен это делать. Прокурор написал бумажку, а ты приди сломай. Да берите царствие твое. Да будет воля твоя, дьявол свою волю. Моя воля, мою будете волю исполнять. А Бог разве может дать, чтобы исполнял сатана? Может. Вы только слушайте внимательно. Откройте книгу Иова. Она старейшая книга в Библии. Примерно с Бытие идет равная. И там написано. Предстали сыны Божии. И между ними предстал и сатана. Читали? Дети Божии. Какие? Где? На небе. И предстал сатана. Написано так. Я не знаю, как понимать это аллегорически, как-то в переносной форме. Но написано. И далее идет разговор. Видимо, все довольны, а сатана недоволен. Все люди согрешили. Все проклятые, они никого не слушают. Священников не знают. В церковь не ходят. Очевидно, так он говорит. А Господь то раба моего видел? Мы можем не верить, что сатана сказал. Он может солгать. Но что сказал сатана, это слова автора, это в этом сомнения нет. И сказал сатана. А почему верить? Все Писание Бога духовенно. И писали вы святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Рукой водил Дух Святой. Он, мы не знаем, что сказала эта ведьма в Эндоре. Как понимать это? Но что сказал Самуил, это точно. Вот так и здесь. А видел раба моего Иова? Сказать еще нельзя. Добрый. Богатый, все раздает, нищих каждый день привечает, кормит, одевается его одежды. А зря ли он так? Ты его благословил, у него полный дом детей, 10 детей. У него полная чаша, самый богатый на Востоке. А вот отними это все. Будет он славить? Отнять корова заболела, сдохла, и то жалко. Теленка ты ростила, сдохла, и то ведь жалко. Бабушка пришла, плачет. Что плачешь? Курочка пропала, она одна в ней была. Здесь все, напали войска, все, и прибегает, только я один спасся. И вот они налетели, они все взяли, другой опять. Я вот там был-то, и налетели, я один спасся. И Златоуст говорит, слова-то одни и те же, это дьявол. Дьявол предстал перед Иовом и говорит, один я остался, он остался. Это он сделал. И когда сыновья были вместе, у него было 3 дочери, красавицы, справляли они какой-то, может быть, день рождения. И в это время налетел вихрь, поднял дом и ударил.
Все до одного были убиты. И где была пища, мясо, там что смешалось с их мозгами, я за то столкует. Я один остался, опять прибежал, такое было. И он говорит, Бог дал? Бог и взял. Ну, Бог-то сказал, возьми, души только его не трогай. Господи, ну там же дети. Бог это сказал. Сатана ринулся. Убил. Всех убил. Кто убил? Человек-убийца. Но вот Иов-то как раз и показал. Бог дал? Бог и взял. Да будет имя его благословенно. Еще раз предстают. И опять Бог его спрашивает. Ну, ты побуждал меня против раба моего. Машину уничтожил, трактора ему поломал. Все сделал, как радиатор ему насыпал какой-то гречки. Все перепортил. А раб Иов не возроптал. Так это его внешнее. Вот его тронуть, а как? Самая неизлечимая болезнь, проказа, лепра. Его нужно выгнать из дома. Он будет где-то на навозной куче один сидеть за городом. К нему подойти нельзя. Так и случилось. И вот Иова покрыл от подошвы ноги до темени головы. Причин разные. Может быть, приходил какой-то, кто-то прикоснулся, прокаженный. Бациллы разные, там, микробы, дезинфекция слабая. Все не найдут. Но написано, поразил сатана. И наши болезни, это от кого они еще? Надо разобраться все по порядку-то. От чего они? И он там не возроптал. Тогда Господь самых близких друзей прислал, которые стали говорить, мало еще Бог наказал тебя, тебе еще больше надо было, кое-что Бог еще скрыл. Скрыл Бог от людей-то. И он стал требовать суда Божия. Не стал сюсюкать. Требую суда Божия, я не такой, Господи. Я выйду чист, как золото. Вы считаете книгу Иова? О чем она говорит? И наконец сатана отходит и ни разу не подошел. А что? У человека ребра, вот они как стропила в доме на крышу. Зайди там, на чем эта вся крыша держится. И дьявол, а Иова сидел и соскребал себя гной. И кожа сдирается. И сатана увидел его сердце, блещущее любовью к Богу. И закрыл, говорит, лицо и бежал. И больше никогда не подошел. Но закрыл лицо руками сатана. Ослеп, это Златоуст говорит так. Это чудо Божие. Дальше. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, ты дай. Но вы знаете, какие урожаи делают? Вот у нас рядом сосед, у него урожай раза в два больше. А у другого еще больше. Кукуруза 17 центнеров с гектара. Добили 47. Сегодня уже собирают 100 центнеров с гектара. Один початок больше, чем полметра. Любого цвета зерна, модифицированное. Вот это здорово. Люди стали употреблять. Сплошняком пошел рак желудка. Не спеши на это. Вот тут надо взглянуть, кто это сделал. Мы видим внешнее. Сойди с креста и поверим, что это ты. Сойди. Иоанн Златоуст говорит, только рот разевали люди. Так говорил сатана. Он боится креста. Он боится крови Христа, которая омывает. Сойди с креста. Это не человеческие слова. Как может говорить человек, которому спасение принесли. Я ссылаюсь на Златоуста, потому что это самый плодовитый, самый популярный святой отец. Итак, под каждым словом, которое мы считаем в Отче наш, подпись «Избави от лукавого». Хлеб наш насущий дай нам здесь. Сатана попортил, уничтожил, ничего нет. А как ты будешь смотреть? А, люди поджигают, перед революцией было так. Помещики прямо на полях спали, невозможно. Народ сдурел, стал все поджигать, готовить революцию. Она пришла, и все пошли под меч. Так а Бог-то куда смотрел? Иоанн Златоуст описывает картину. Бог, и когда сатана там, и он говорит, вот ты не признаешь мое величие. Сатана говорит, а я бы сделал не хуже твоего, да еще лучше. А как? Чтобы все знали. А как? Дам свободу. Люди будут свободные, собираться будут, петь, звезды вместо крестов на могилах ставить. Все будет как надо. И Господь говорит, делай. Делай как будет. И вот, наконец, стена треснула, началась перестройка, Советский Союз распался, все рухнуло. И в это время ангелы стоят, рукоплещут, Иоанн Златоуст говорит. Раньше прямо в храме в ладоши хлопали. Я поэтому хлопнул. Иоанн Златоуст говорит, мне не нужны ваши рукоплескания. Вы исполните, что я сказал.
И здесь точно так же. Ангелу рукоплещет, опять ничего не получилось. Они говорят, нет, надо объединить в одну церковь всего это всех, экуменическое движение, надо сделать так, одно, чтобы государство было, это антихрист уже прямо вплотную, каждому знак дать, куда пошел, где был, ну, зачипировать всех надо. Кто это делает? Вы будьте очень внимательны. Под каждой фразой «Отче наш» подпись «Избави от лукавого». Он везде вторгнулся. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дашь нам есть. И остави долги наши, как и мы прощаем. Сегодня про это считали. Он не просил, Бог вернул ему весь дар Господин. Так и здесь прощать. Прощать кажется легче, чем обвинять. Дьявол все перевернул, говорит Иоанн Златоуст. Он сделал так, Бог, что делать грех стыдно. Ну, все увидят, все узнают. А каяться не стыдно. Прости, Господи, вот я не удержался, вот то другое. Давид не стал оправдываться, когда Нафан пришел, обличил его. Одна овечка была у соседа, и ту зарезал, когда гость пришел. То есть похоть пришла, ты жену отнял-то. Давид, согрешил я, и Бог простил тебя сразу же. Но без наказания бы дитя умрет, зачатое в грехе. Вот когда Господь приоткрывает немного тайну, а люди-то не понимают это, о, дьявол везде. Я говорю, так? Так это от дьявола. Почему? А потому что они от дьявола. И говорят, не говорили мы, что ты самарянин и бес в тебе на Христа. Он говорит, беса нет во мне, я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Даже во Христе беса увидели, почему он говорит не то. Поэтому нам, чтобы на нас не оправдалось это имя, это мысль, что без нас, мы должны сравнивать себя. Что об этом говорит Библия? Что я делаю для вечности или временное? Так, внимательно посмотри, что ты хочешь делать. И далее, будет ли в этом слава Божия, и не будет ли здесь поношения имени Божия, не будет ли соблазна? То есть Бог дает разум. Сегодня мы стоим на грани, прямо где-то рядом, вот-вот могут все запретить, что у нас сегодня есть. Налогами даванут сначала, а потом все остальное. На туалет и на все, сегодня уже пишут об этом. На сарай на каждый отдельный налог будет, на все. И человек не может. Не может, значит, выход один, примите счастье, это начертание зверя. И поэтому «Отче наш» нужно считать очень внимательно. Повторяю, 7 просьб мне так открылось. Под каждой просьбой избави от лукавого. Везде сатана толкает свои шпильки. Он хочет показать, что он может сделать. Он пытался сделать. Слава КПСС была написана на каждом углу. Слава это и есть хайль. Кричат открывшие хайло. В Италии рухнуло, в другом месте рухнуло, теперь по-другому. Верующие везде соединяются в одна церковь. Мусульмане, буддисты прямо построили уже здесь. Все, идите молитесь, разницы никакой нету. А мы скажем, разница есть. Бог один, а все остальное от лукавого. Да помилует нас Господь. Да спасет, да позволит на все смотреть открытым оком во свете Библии. Ему единому вечному. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.